Здравствуйте, с вами программа «Апельсин», ваш телегид в мир полезной информации. Улыбка – залог успеха в общении, говорят многие психологи. И даже вымученная искусственная улыбка, доказали ученые, повышает настроение. А что же делать тем, кто стесняется улыбаться из-за проблем с зубами, например, из-за полного их отсутствия? Сегодня стоматологи предлагают новый вариант протезирования – все на четырех. Что это значит, сейчас расскажем. Нет такой ситуации, когда человеку, потерявшему все зубы, нельзя было бы помочь. В этом убеждены первоуральские стоматологи. И речь идет не о полном съемном протезе, который до недавнего времени был единственным способом вернуть эстетическую и жевательную функции. На дворе 21 век, и технологии шагнули далеко вперед. А вместе с ними и мастерство наших врачей, которые переняли опыт у ведущих европейских специалистов. Современный выход из ситуации для тех, кто полностью лишился зубов или обречен на их удаление из-за пародонтита – технология All on Four или «все на четырех». Приходит, мы ему удаляем все зубы, в этот же день ставим 4 имплантата определенного типа под определенным углом, вставляем специальные замковые соединения, все это происходит одномоментно, и потом снимаем слепки через энный промежуток времени, который исчисляется буквально часами, мы ему фиксируем в полости рта заранее изготовленный протез. Этот протез уже несъемный. Революционный метод позволяет провести все манипуляции за один день. Операцию проводят под местной анестезией, а сама технология постановки несъемного протеза на четырех имплантатах применяется как на верхней, так и нижней челюсти. При этом на такую конструкцию производитель дает пожизненную гарантию. Есть еще более новая технология. Эта технология называется «Трифойл». Когда на нижней челюсти, в отсутствии всех зубов, мы можем зафиксировать несъемную челюсть на трех имплантатах. Если зубы утрачены не полностью, восстановить красивую улыбку еще проще. Для этого также используют дентальные имплантаты. При этом, чтобы восстановить 4, 5 или 6 потерянных зубов, зачастую достаточно всего 2-3 имплантатов. Свежий и отдохнувший внешний вид. Во многом он зависит от качества сна. Спать специалисты рекомендуют не меньше 8 часов в сутки. А чтобы сон был глубоким и спокойным, позаботьтесь об удобстве. Согласитесь, что хорошо выспаться на пролеженном матрасе или неровном диване сложно, особенно если вам уже не 16. В разнообразии современных матрасов будем разбираться вместе. Секрет хорошего и спокойного сна – это не только чистая совесть, но и правильный матрас, такой, который подойдет именно вам, например, с массажным эффектом и функцией память. То есть здесь вот можно увидеть массажный эффект. Материал memory принимает форму человеческого тела, когда на него ложишься. И за счет того, что он идет в содержание активированного угля, он обладает антисептическим эффектом. Еще одна новая технология – специальная стальная рамка, которая поддерживает пружины матраса и не дает им разъезжаться, что продлевает срок службы изделия. Еще одна технология – 3D Air System. Это идет лента дышащая. За счет нее из матраса при сдавливании убираются все лишние частицы – пыли, там, я не знаю, грязи. Зависимые и независимые пружинные блоки, латекс для мягкости, кокос для жесткости. Сегодня матрас можно найти на любой вкус и кошелек. А еще некоторые производители выпускают серию «Конструктор». Набор функций изделия можно подобрать под потребности конкретного человека. Если мы берем вот этот матрас и ставим на него более качественный пружинный блок, то у нас получается нагрузка на спальное место увеличивается со 100 кг сразу до 140 кг. То есть при скромном бюджете мы можем предложить матрас, который выдержит больше вес. Отдельные серии есть и для детей, также с разными наполнителями и, что очень удобно, съемными чехлами, которые можно стирать. Для больших изделий есть разнообразные наматрасники, которые защитят от грязи. Но если матрас вы уже купили, но он оказался неудобным, или, может быть, вы спите на жестком диване, на помощь придут специальные топперы – тонкие матрасы с разными наполнителями, которые помогут скорректировать спальное место по жесткости и ровности. Размеры и толщина у топперов разные. Подобрать изделие можно для любого спального места. На этом все. Повторы программы смотрите на сайте первомедиа.ру. Впереди немного полезной информации. Хорошего вечера. Увидимся на следующей неделе.
Большой выбор матрасов в центре уюта «Лабиринт». Подобрать изделия также можно на сайте labyrinth96.ru и labyrinth96.rf. Здесь же можно сделать онлайн-заказ. Центр уюта «Лабиринт», телефон 363-0120, код города 343. Новейшие разработки в имплантологии в клинике доктора Пушкина на Береговой 12А. Метод «Все на четырех» позволяет восстановить зубы за один день и обходится дешевле в 2-2,5 раза, чем один к одному. Уровень специалистов клиники подтвержден сертификатами российских и зарубежных конгрессов.